Минута красоты на моем канале. Вот так начинает цвести вишня. Там приехали, было солнечно. Конечно, красота была. Пчелки летали, жужжали. А теперь хочу рассказать, как я сажаю кабачки на ранний урожай в открытый грунт. Я вот так у меня посажен кабачок на ранний урожай. Вот в такой грядке. Грядка эта органическая, она набита различными остатками с прошлого года. Здесь бархатцы, те же самые кабачки, которые здесь росли. И сверху насыпано немножко земли. Так вот, кабачки растут на органической грядке, заполненной различными остатками травы, веток и так далее. Но не остатками с кухни. Я уже говорила, что кухонными остатками я грядки не набиваю. Так как здесь различные органические остатки, то земля здесь прогревается гораздо быстрее, так как эти остатки еще подогревают почву. Затем я сажаю кабачок. Вот так он хорошо выглядит. Вот такой зелененький, хорошенький. Вот у него уже новые листики появляются. Здесь все ему нравится. И закрываю вот такой 5-литровой бутылкой. Любой, можно взять 10-литровую, у которой обрезано дно. Мы его закрываем и немножко подокучиваем землей, чтобы ему было тепло там. Пробки у него нет, чтобы он не запарился, когда солнце, там становится достаточно жарко. Таким образом кабачок будет расти, пока, ну, дней 10 он должен побыть в таком состоянии, либо он заполняет листьями все пространство, ему становится тесно, я снимаю. Но к этому моменту кабачок уже полностью адаптируется к температуре, и температура воздуха станет намного теплее. Таким образом, мы сажаем кабачок в открытый грунт в начале мая, и к концу мая в открытом грунте он будет у нас уже плодоносить. Вы можете посеять и пророщенные семена кабачка также вот в этот грунт. Они прорастут, только сажать их надо не глубоко сеять, а на расстоянии не больше, на глубину не больше 1 сантиметра. Тогда под лучами солнца, когда будет солнышко, он быстро нагреется и будет прорастать это семечко. Также накрываете его бутылкой, и он растет гораздо быстрее, чем ежели он будет расти просто так. Можно взять 10-литровую потом бутылку, когда листья заполнятся. Если листья заполняют полностью объем, а на улице еще не становится тепло, то есть для кабачка еще некомфортные условия, то вы можете взять 10-литровую бутылку потом, также отрезать дно и поставить сверху. И он дальше будет расти в этом парничке. Еще раз скажу, что крышечку мы не одеваем. Вот так кабачок там сидит внутри и растет. Вот так выглядят кабачки, которые были посажены на ранний урожай в теплицу. Вот в такие ящики из-под овощей. Я рассказывала об этом в своем небольшом ролике, ссылку обязательно оставлю. Посмотрите, своими листьями они уже почти полностью заняли пространство. Ну, еще тоже недели две они у меня будут расти в этих ящиках, мне хватает им питания и место, и затем я их, вот эти ящики, прикопаю в грядку для того, чтобы они могли расти дальше. Посмотрите, у них уже завязываются, появляются бутончики. Пока я вижу только мужские бутоны. Они обычно появляются первыми, потом появляются уже женские с небольшими завязями. Было посажено два кабачка. Вот второй кабачок. У этого листья еще больше. И тоже появляются уже бутончики мужские.